В Нарьян-Маре пройдет круглый стол, посвященный проблемам и перспективам развития малой и региональной авиации в условиях Крайнего Севера. В рамках круглого стола состоится совещание о требованиях к перспективному самолету местных авиалиний и заседание по развитию авиационных перевозок в Ненецком округе и других районах Крайнего Севера с использованием перспективных авиационных технологий. Участники круглого стола начали прибывать в Нарьян-Мар. С одним из них, заместителем генерального директора Уральского завода гражданской авиации Сергеем Колпаковым, сегодня в Рио главы региона Игорь Кошин провел личную встречу. Сергей Колпаков руководит и новыми самолетостроительными проектами. Также участие в переговорах принял генеральный директор Нарьян-Марского объединенного авиаотряда Валерий Остапчук.